Одна из самых громких премьер этого лета от Люка Бессона отныне доступна всем зрителям сразу на двух языках. «Валерьян» және «Мын ғаламшат шахары» на больших экранах страны уже с 10 августа. По сюжету есть два агента. Одна Ларилин, второй Валерьян. Вот этот агент борется со злом уже много веков подряд. Авторы казахского дубляжа уверяют, сходить на этот фильм действительно стоит. Это научная фантастика. Несмотря на большой технический прогресс, который позволяет общаться со всем миром, отношения между людьми остались прежними. Актеров на дубляж, как и всегда, отбирали с большой ответственностью. Был проведен большой кастинг. На главной роли решили выбрать Олжаса Иназерке. Прекрасный фантастический фильм из Европы был переведен на казахский язык. Кстати, отобранные актеры со своими обязанностями справились на все 100. Вы сами увидите, у меня была роль капитана и есть еще 3 роли. Я озвучивал одного купца, а еще инопланетянина. Он что-то среднее между собакой и уткой. И еще нескольких инопланетян. Впрочем, не думайте, что все было настолько просто. С одной стороны, не могу сказать, что мне с 20-летним стажем было очень сложно. Но с другой стороны... Ну и не забывайте, фильм уже можно посмотреть во всех кинотеатрах страны. Не пропустите.